20 февраля точно в полдень по всей стране начали свою работу избирательные участки. Это событие ознаменовало важную ступень в демократическом развитии нашей страны. Избирательный участок номер 14 в главном корпусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы принимает граждан, готовых активно влиять на политическое будущее страны. На участке, где большое количество избирателей составляют студенты, можно наблюдать особую энергию и активность. Работа участка началась согласно график работы 12 часов. Уже были студенты, избиратели, которые стремились высказать свою политическую волю, свое желание. А комиссия опытная, она была готова. И мы проводили и инструктаж, и, соответственно, готовились к тому, что наш участок достаточно особый, здесь у нас много студентов, они активны. Вот, и сегодняшний день показал о том, что наши студенты проявляют высокую социальную активность, и их движение вот, идет интенсивно. И мы видим, что этот день, это более 150 человек голосующих, это достаточно высокий показатель. Но и уверен, что последующие дни он сохранит такие же темпы. В выборах 2024 примут участие более 3000 студентов ГРГУ имени Янки Купалы, которые впервые будут голосовать. А они, как известно, обладают свежими идеями и энтузиазмом. Я сам живу в общежитии и зарегистрирован на ЖЭШК. У меня временная регистрация. И так получается, то, что сейчас я прикреплен к этому избирательному округу. И возможности проголосовать в единый день у меня нету. Поэтому это прекрасная возможность, по сути, выразить свою гражданскую позицию, например, мне, поскольку обстоятельства не позволяют мне проголосовать в единый день. При выборе кандидатов я руководствовался, во-первых, образованием, то есть сфере, в которой состоялся кандидат. Я отдаю свое предпочтение директорам предприятий и директорам учебных заведений, потому что у этих людей, безусловно, есть большой опыт управления. Что касается, например, один из кандидатов, там был и ректор медицинского университета, и ректор нашего университета Купаловского. Эти люди, наверное, лучше других знают, что нужно конкретно нам, молодым людям. Поэтому, в принципе, им можно доверить управление нашей областью, нашим городом. В принципе, я считаю, что выбор – это не только право каждого гражданина Республики Беларусь, но и гражданский долг каждого белоруса. Поэтому очень считаю важным приходить на выборы, так как это очень важно для государства, для его дальнейшего развития. И молодежь должна осознавать, что ее выбор действительно важен для будущего нашего государства. Участие студентов в выборах, их активность являются важным фактором в формировании благоприятного политического климата в стране.